Майя Т3. Прожимается гли фортификации от команды Na'Vi. Пытаются по максимуму тянуть время. Но, ребят, это не так работает. Ну, подставляется соло, соло умирает. Врыв есть от команды Na'Vi, урона не хватает. Погибает генерал. Генерал не успевает даже ультимейтсмен нажать, а байбека-то у него нет. Витюн потратил. И Эфена, который пытается там как-то оторваться. Причем он реально в соло отрывается очень жестко, но... Нет, только не это. Ой, очень и прилетел еще пик, но говорит, дайте мне по щам, пожалуйста, я требую. Хочу по щам прямо сейчас. И на. Что? Что это? Даблкил от Мипошки. Ну а что? Мипошка первый пришел на помощь своему... Никакой коммуникации. В тишине. Нет, нет, нет. Ну как? Ну почему? Кстати, этого Рошана еще надо добить. Это не так просто. Он, а не я. Вообще они могут со штормом сейчас лететь. Че бы и нет. Ну то есть уникам надо пойти добивать. Если они сейчас не забирают Рошана, это ГГ. Фингер, хорошо. Но это байт. Это байт от бабки на все спылы от Леона. Хекс все-таки китается в Эмбер Спирита. Добавим эпицентра. Добавили эпицентра. Не успели, не успели. Контроль полетел у нас от Мипошки вместе с коллапсом. И ничего не нажал Петушара, кроме одного Бору Страйка, который не имеет никакого значения. За это время убили и Шторма, и Виспа. Надо бежать. Петушаре не убежал. I actually want to know something. I am gay. Ой, ещеба! Ой-ой-ой. He needs to switch it, he needs to switch it, he needs mana. Oh! Oh! Pongaroo! Oh! Double! Oh! The juke! The juke! Oh! Holy shit. I'm coming, I'm coming. Anyone TP? Holy fuck, bro.